Доченьки, ну холодный, холодный, никак. Вчера только холодно было, такая 18 градусов всего. Вот смотри, как давит. Ну, покупайтесь в маленьком. Что? Олени на красные очки. Они грязные. Мам, Даша, новые очки, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Понять не имею, где они. Мам, очки нет очки. Завтра будете купаться, на завтра жарко обещают. И послезавтра. Смотрите, там вода теплая. Градусов, наверное, 36, а губы синие. Вы представляете, что будет, если вы в этот залезете, где температура 17 градусов всего воды. Тома, ну не прыскай ты воду, вам вообще купаться негде будет. Тома! Ой, у меня белье некуда вешать. Сейчас, сейчас. Ой, куда развешивать? Тут немножко все равно швы не просохли. Мы пыталась вон ту снять. Не просохли швы. Ой. Сегодня тут цветы поливать. Тут некоторые цветы у меня остались. Не все я пересадила. Настя с Томочкой собирают. Ну, у нас ничего не успевает. Мы все съедаем. Вон там красненькую вижу. Ну-ка, доченька, покажи реснички. О, видите, какие. Ногти. Ага, и ногти. Хотела их заставить полоть вон там. Потом думаю, ладно, жалко ногти. Сама потом быстренько пропалю. Ну, или уже после свадьбы. Ну, или после свадьбы, ага. Я тоже съела аж две штучки. Нашла, съела. Что, я не могу вниз головой долго? Прям кровь приливает вот сюда. В общем, собирают. Девчонки там накупались, сидят. О, крапива какая большая. Вот, Вася, дополнительную делают железную, не знаю, как это называется, вот такую вот штучку. Хочу вот так вот огурцы туда пустить. Можно и потом вот так вот, чтобы они вот так, да? Да. Не пойду, может упасть и по голове упадет. Вот такие вот помидоры у меня. Тут кругом все. Перец. Сейчас все поливать будем, все подряд. Мам, ну гляди, скоро купим клубнику, уже по 1700 продают. Ну, уже 1700. 2000, 1800 продавали, уже 1700. Ну, тут у меня тоже цветы были эти. О, как съели. Угу. Календула была, я ее выковырила и это, видите, там посадила. Ну, смотрите, вишня будет, если не обклюют. Вот, вон кусочек, еще один. Дети покупались, всю замочили. Так папа тут убирает, чтобы не гнило дерево, ставит эти шифер. Протерли обувь, пусть просохнет, и поставлю я ее. В коробках очень удобно. Ведро где-то я брала. Дополю уже. Зайду, попалю, зайду, попалю. Носки там валяются. Тоже приехал. Угу. Привет. Подожди, подожди, вы так не поливайте. Без этой штуки. Алин, ты что, как ведром поливаешь? Нет. А почему Антону сказала так поливать? Я не говорила, он так поливает. Только что так поливала. Да, какая разница? Ты что, оно будет трескаться все сильно? Когда вот так вот? Конечно. Дай мне штуку эту. Вон там. Иди возьми. Так там нету больше. Вон она ты лежит. Ты ее сам снял. Вот так вот, Вася, смотрите, как сделал.
В общем, огурцы, видите, вот так вот расправили мы. И вот так вот они дальше пойдут. В этот раз налили 3 ведра, потому что Вася говорит, мало воды. О, видите, портится. Пошли домой, пошли. Я тут только после бани. Девчонок сегодня не купали, завтра будем купать. Что-то сегодня все устали. Полотенце перестирывала. Оставь его в покое, пошли. Меня... Стирка моя уже высохшая, а то некуда ставить. Вот надо выйти еще обувь поставить на место. Открывай хвостик. А я не могу сама. Видишь, у меня, Том, закрой, пожалуйста, за мной. Вот тут все протерли, сейчас обратно поставим. Что-то уже ругаются опять. Ой, запуталась. Что случилось опять? Доченьки, вы и так сегодня уже 2 раза по часу играли. Вы что, совесть имеете? У меня 2 телефона. Какие, которые тебе опять несли, да? А что, надо забрать? Куда? Я взяла большой, да? Да. Там, когда ты в бане была, да? Угу. А там не было игры. Кто-то удалил. А я скачала. Ты опять скачала игру? Мам, там не было игры, когда мы в бане были. Кто-то изучал эту трубку? Нет, мам, кто-то удалил, я не знаю. Кто же сделал? Нет, это я скачала, там не было. Объявил в телефоне. А смотри. Ну круто, чё. Там Настёна где-то поехала Иринку встречать. Сегодня дети тут будут спать, Ирина там ляжет. Еще одно место останется свободное. Я сегодня с папкой сплю. А я тут одна буду. Женя, доченька, у тебя такие клыки прям вообще. Смотрите как, ужас, ужас. А, сейчас будем мазать. Сейчас чай попьете и будем мазать. Жень, покажи. Мне кажется, как будто как этот клык ее там. Все... Это клык мне мешает, когда я сплю, он царапается. Будь какой зарядя он. Противно. Жень, дай мне. Я вот туда положила за пальцы. Алина с Антоном гулять собрались. Вы видели, как Дарина пошла, потом переоделась. Да. И как Алина собирается. Я ну там, посмотри, там реально жарко. На свой один, я столько не съем. Так подержи. Ну быстрее. Да это ж не мороженое, это этот. Горячее. Горячее быстрее в рот засовывает, да. Так, все, пошли гулять. Ира приехала. Всем привет. Ага. А наши почему-то подумали, что тетка их племянница, ой, моя племянница Ира. А? Елена уже закрыта, лепота до 11. Нет, Елена до 10. А. Полчаса осталось. Мам, я быстро, я успею. Давай. Ну беги. А ты сколько минут прикопятила их? 7. Да их вареником с творогом хватит. А. Ну все знают, кто нас давно смотрит. У нас Ирина вегетарианка. Чего? И мы такие сидим, чем же мы Иру кормить будем? Потом вспомнили, что у нас будет там нарезка. Все. Вот и всякие. Настя, да? Ты что, Настя, издеваешься? Зачем? Ешь. Мы хотим... Читать варенье, повидло и яичко. Майонез, сметана. Лимон? Да. Я купила. Настя, кладовочка, иди ребенка снимай. Нарежь мне 2. Да она сейчас не захочет, застесняется. Пока привыкнет. Дариночка, доченька, возьми, Настя, дай 100 рублей, купи хлеба. У нас на утро хлеба нет. Сейчас. У нас дома, правда, бардак, вы уж сильно не...
Что, ударилась она? Так, где-то я тут специально кидаю денежку мелкую на хлеб. Вот так вот. Если что, тогда придется в микроволновке. Два хлеба. Возьми пакетик, доченька. Я вам еще хочу с тобой это потом поговорить. Господи, что случилось, со мной разговаривать собрались. Да надо, я хочу там, короче, женщина где-то на Кировке живет. Она ногти делает. Я хочу к ней сходить, чтобы она не сделала. Это надо записываться. Сколько там? 450 вроде уберет она за ногти. Или сколько? Мне подруги сказали, они пойдут к ней 3 числа. Третьего не успеваешь, надо это. Ой, ну извините, времени у меня нет, говорит. Еще я типа виноват, что у меня нет времени. Ну сегодня. А Ира, ты же умеешь делать. Ну а куда она собралась, когда Ира такой мастер, всегда делала Насте. Надо ей сказать. У нас нету столько-то нужного, сколько ей нужно. А что она хочет, наращивать или просто покрыть? Просто покрыть, конечно. Ну, у него самой красивые ногти. Какую-нибудь ерунду я нарисую. Ну. Вот, смотрите, как Ира сама делает. Ну, Настя на канале постоянно снимала, как она. А у тебя это что, свои ногти такие? Не-не, нарастило. Ты сама наращиваешь? Угу. А ты ничего не привезла на наращивание? Да. У меня он капец. Надо было заранее говорить. Так я что, я думала, я отращивала, вот этот вчера сломался, а этот у меня вообще никогда не растет. Ты видишь, какие ногти? Я сегодня мыло скребла. Ну, да можно было все для праздника купить, этот гель. Он стоит-то. Для наращивания? Угу. Не, чуть-чуть нарастить, ну, потому что стыдно с такими ногтями. Но я сегодня, это... Ну, вот. Если тебе завтра сделать, то ты не ковыряй больше нигде на свадьбе. Посмотрите, она шла. Нет, на ночь не надо. На ночь не надо. Мама, мы пока зубы не чистили. Нет. Мы уже сейчас будем прощаться. Потому что мы уже будем думать, кто где у нас спать будет. Мама, можно носик? А вы чай, они чай не пили? Пили. Я если... не пью, я не хочу. А будет какао просто. Ну, давайте, хоть давайте. Я вас еще раз покормлю и все, давайте. Ну, говорите все пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Всем до завтра. Что-то застеснялась там стоит. Кушать захотела. Уже спать легли. Дома такая. Мама, можно мне супу с майонезом? Пожалуйста. Да? Придется завтра свежий суп варить. Только завтра, наверное, гороховый сварю с копченостями. Гороховый. Угу. Мой любимый. Ну хорошо. Его даже не пробовала. Почти. Пробовала. Доченька, снимай причесочку, милая. И борщ. Борщ. Чтобы сделали. Ну. А потом пельмени сварим завтра. Не, пельмени мы не лепили. Сварю завтра суп опять. Ну все. Наелась? На ночь нет. Не надо много есть, много наливать. А завтра выпить можно послезавтра. Будем их есть. Кого? Пельмени. Тут не будем мы лепить пельмени. Ты что? Почему? Ну, во-первых, в основном зимой лепят пельмени. Да. Когда снег выпадает. Но... Ну, знаешь, что когда мы спали с папой вместе, там... Мало было снега. Mm-hmm. Вот так в окно посмотрел, там было снег. Mm-hmm. И нам было в гулять. Там mm-hmm. Хоть бы было много снега. И мы хоть бы... Какой хоть... тебе хоть бы? Лето еще не было нормального. Я бассейн там... налили, уже зацвел он, а еще ни разу не купались. Большой бассейн, только послезавтра купаться. Ну? Долго это? 2 дня. Мама, ты же долго. Нормально это, быстро у нас время летит, некогда скучать. Бегаешь, 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 уже ночь, спать надо. Мы поспим и будем в большом бассейн. Нет, будет. Он будет греться всю ночь. Всю ночь. И весь день. Воду надо подогать.
это. Угу. Надо воду проверять каждый день, да. Конечно. Что, если она теплая, то тогда будем, да? А если не теплая, не будем. А можно в холодную-то купаться? Нельзя. Почему? А потому что ты вон в теплой купалась, там папа сделал теплую-теплую. Бультыхались, она остыла. Да, а когда еще можно... И все замерзли, все губы синие. Так, все, если не будешь больше есть, пошли спать. Маленькая проголодалась совсем. Женька тоже сегодня бегает там в этих плавочках. Ей намажем, болит у нее там стоматит она. Ой, ну когда уже 2 часа пройдет, я уже кушать хочу. Так. Мама, так Женя любит. Ну, так некрасиво. Кушать больше, чем я. Ну, поэтому... Женя! Поэтому она... Высокая, а ты плохо кушаешь. Очень плохо, Саша. Накормить невозможно. Все, пойдемте спать, доченьки. Все, всем пока, всем удачи. Пока-пока.